Здравствуйте, я Анна Лопатина. Я веду на своем канале живых интернет-презентаций Notabene TV24 программы Notabene, обрати внимание. И сегодня меня пригласили в студию компании Magic Scope, которая имеет свой канал. На их платформе транслируются мои эфиры, и Magic Scope любезно предоставила мне возможность поучиться, представлять и обучиться монтированию отснятых уже эфиров вот прямо здесь и сейчас. Мне поможет в этом Вадим Черенев, правильно назвала фамилию? Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. И, пожалуйста, научите меня хотя бы какие-то минимальные вещи сделать, облагородить уже отснятое видео. Вот на примере того видео, которое я сняла с нашим гостем, гостем нашего города, Русланом Нарушевичем. И моя функция была такая, очень быстро и оперативно его выложить. А поскольку мы снимали на две камеры, вот нужно убрать самое начало, где еще все приготовления видны, и самую такую окончаловку, где вот тоже есть помарки. Поэтому, если есть возможность, моей рукой бы это сделать так, чтобы я очень, ну, как-то овладела информацией. И знаете, еще в чем проблема? В том, что вот любой хронометраж ведется посекундно, а бывает так, что какое-то словечко, оно... Ну, нужен, видимо, более мелкое деление времени, не секунды, а какие-то, видимо, доли секунды. Поняли, о чем я говорю? Предположим, здесь хронометраж ведется не посекундно, он ведется с точностью до 1/10. Это у вас на Magic Scope, да? А вот когда я просто готовилась к этому эфиру и отсматривала свое видео, мне очень сложно даже вот тот моментик, который я хочу вырезать, на котором мне нужно остановиться, мне очень сложно его отфильтровать, потому что, в общем, фраза как-то вот в середине секунды начинается, и мне даже вот сложно сказать. Давайте уберем, ну, первые, предположим, 39 секунд. Давайте, ну, во-первых... Собственно, как бы загруженное видео, оно так и останется загруженным видео. То есть из него вырезать ничего нельзя будет. Мы можем создать новый объект, который будет содержать то, что надо. Ну, хорошо. Для этого нам надо создать передачу. Заходите в передачи. Так, ага, вижу. Мои передачи. Мои. Вижу. Вот это, да? Да. Создать. Создать. Теперь мы ее создали. То есть неплохо бы сразу дать название, чтобы ее потом уже было найти. И я должна дать название отличное от того, которое вот уже у меня это видео звучит Руслан Нарушевич Перми. То есть я должна как-то по-другому назвать, да? Там. Да, в принципе, нет, это ваше дело, как, если у вас все видео будут называться одинаково, как вы будете между ними. Так вот, для идентификации, да, такой удобный, нужно какое-то отличное название от того уже загруженного. Правильно я понимаю? Для самой системы это без разницы. То есть, нет, для меня для пользователя. Дайте отключу. Да? Тогда что я могу сказать? Можно назвать для начала 1.1, а потом переименовать. А, переименовать это тоже все легко и удобно, да? Хорошо. Ну пусть будет так. Так, значит, можно сейчас нажать готово, чтобы сохранить. Просто название, ну, да? Да, можно потом сохранить. Да. Но сейчас передача создана, чтобы ее снова детектировать, надо нажать на карандаш здесь. Вот этот. Да. Так, теперь заходим в монтажный стол. Ой, этот монтажный стол, я помню. Вот они. Обычно, как у всех, монтажный стол. Не-не, все хорошо. Материалы, которые являются, исходные материалы, которые являются частью этой передачи, они вот здесь вот появляются в окошечке, что сейчас пусто, надо их сюда добавить. Теперь надо здесь в репозитории этот материал снова найти, то есть материалы тянуть. Так, здесь написать на табу. Вот, да, ищите его. Вот, я думаю, что это вот оно. Ну, можно перетащить просто мышкой сюда. А зря вы это сделали. А, теперь она запустится, да? Да. А как я вернусь? Жмите назад, например. Монтажный стол снова. Беру вот это видео и... Монтажный стол снова. Монтажный стол. Сейчас он прогрузится. А потом видео мышкой перетаскивайте сюда. Все. Угу. Да. Вот теперь он здесь. Так? Ну, это как бы просто список передач, угу. Список материалов, которые с этой передачей связаны. Теперь надо перетащить отсюда на дорожку с видео. Вот сюда. Да. Ну, теперь он стал частью передачи. Значит, можно его... Ну, собственно, для начала надо обрезать, да? Угу. Значит, по идее,
то есть ползунок такой, который показывает текущее как бы время, с которым можно работать, попробовать его подвинуть куда-нибудь на передачу. Так? Да, дальше. Опустите. Вот он, по идее, показывает. Значит, Вот это секунды, да? Да. Угу. 36,1. На самом деле, как бы не так все просто с видео, потому что все равно в видео есть какие-то, как бы для целей сжатия есть какие-то ключевые кадры, которые полностью записываются, и другие кадры, которые рассчитываются на основании ключевых. То есть, по идее, точность вот обрезки зависит от того, как они там внутри видео расположены. Но, в принципе, сейчас вы можете просто найти кусок, с которого хотите обрезать. Значит, для этого можно двигать этот ползунок. Здесь вот есть кнопки перемотки на один кадр и кнопка play. А параллельно прослушать-то я могу? Что там, вот на каком полуслове мне себя, извиняюсь, оборвать? На какой полусекунде? Но если ваше воспроизведение не идет, соответственно, прослушать вы не сможете. Звук – это такой динамический процесс. Да? То есть, чтобы прослушать, надо его только запустить на воспроизведение. Для этого вот есть кнопка play здесь. Ну, я вот это сейчас могу сделать? Да. Ничего не попорчу этим, да? Давайте попробуем. Ага. Так, я звук раз выключу. Можете смотреть на камеру, чтобы потом в следующий раз не выключить. Мы пригласили, начинаем. Давай, тогда дайте еще раз. Вот, видите, вот с этого места мне нужно, то есть вот такой кусочек мне нужно ликвидировать. То есть прямо с этого места, да? Угу. Так, сейчас найдем, где у нас этот самый ползунок остановился. Здесь. Есть ряд инструментов, вернее два. Есть вот, собственно, бритва, которая позволяет порезать материал на части. Можно сделать так вот. Опа. А потом этот кусок удалить. Вот этим вот бочком. Сейчас посмотрим, что получилось. С нужного места. Самое то. И мы можем... Это очень удобно, что есть вот эти вот десятые еще секунды. Да. Без них не обойтись. Теперь нам надо подвинуть эту штуку в начало передачи, иначе впереди будет пустота. То есть таскаем ее только на шестерочке. А мы можем заставку поставить? Мы все можем. Значит, есть такой магнитик, который позволяет точно приклеивать один к другому, если нажать эту кнопочку. То есть если мы сейчас так вот сделаем, он приклеится в начало. Смотрите, какое все кропотливо мелкое. А это просто у вас экранчик маленький. А, вы привыкли на большом, да, и там хорошо все. Ну да, оно у меня чуть побольше. Так, теперь надо сзади обрезать, да? Точно так же. Да. Так, здесь есть масштаб. В принципе, можно сделать поменьше, например, побольше. Чтобы уйти в самый конец, да? Да. Нет, можно двигать. Вот это как бы мы двигаем дорожку, а это... Подбежаем для. Угу. Если скорость позволяет, можно летать. А вот смотрите, когда мы обрезаем, опа. Обрезаем одновременно опа, и видео, опа. И аудио. Да, видите? Но. Так. Ну. Давайте восстановите, опа, что тут произошло, не знаю. А, вот сохранится. Так. Помните, на сколько секунд? 55, так. Или угол там. Вот вы знаете, если бы я была одна, и вот это такое бы со мной произошло. Это что, ничего себе человек? Нет, это еще не бревно. Что я уже сижу и улыбаюсь. Нет, началось, ничего, все хорошо. Научите меня, пожалуйста, правильно приглашать людей на семинского астролога, носителя ведических знаний. Как жить? Организация. Мы перебросить начинаем. Здесь, да? Так, сейчас так же сделаем. Двигаем. Ну, сейчас да, надо чаще сохраняться. Так, давайте конец обрежем. То есть, смотрите, и видео, и аудио одновременно, вот одним конгломератом, да, мы вырезали, убрали. Да. Я просто знаю, есть программы, которые могут вырезать видео, но при этом оставлять аудио или наоборот. То есть у них вот разложение здесь, на два, ну, таких. Здесь пласта. Как бы интерфейс немного упрощен. Здесь как бы есть видео вместе с аудио, вот на первой дорожке, а на второй аудио отдельно. Причем как бы видео можно поместить на эту аудиодорожку, и из него только аудио будет взято.
То есть, как бы получается, mm-hmm. получается mm-hmm. одна mm-hmm. видеодорожка и две аудио, причем одна из них с видео жестко связана. Так, а что, возможно, а что это нам дает? Что это нам дает? Да. Ну ничего не дает, так получилось, скажем так. Надо нормальный русский подход. Так получилось. А, ну, в принципе. Тогда смотрите как. Я могу поставить любую видеокартинку, но при этом транслировать вот тот аудиомонолог, да, который вот был в течение всего интервью. Можно и так сделать. Да? А, ну, скажем, для этого на видеодорожку надо поместить картинку, а интервью поместить на аудиодорожку. Ой-ой. Вообще, у вас есть люди, которые все это осилили легко? Вроде как бы довольно логично. Тут наоборот, да? Дороже минимум. Ну, то есть вы считаете наоборот, что все хорошо, да? Да. Хорошо. Найдем конец? Да, давайте идем. 29 минут, поэтому далеко. Давайте уже. Начинаясь 28.56, сейчас я скажу, где. Девочка, Ольга Никитина, очень Сочи. Мы все благодарим Павла Лопатина, все благодарим Руслана Нарушевича. Это спа для лекторской души. Спа для лекторской души. Наслаждайтесь. Будет здорово. 28.10. Нам нужно закончить. Давайте найдем так. Вот 28.10. Точно так же обрезаем. А, бритвочкой стереть? Да. Да? Удалить. Дело в том, что... И удалить. А вот где-то есть такой, знаете, как в Word, там что такое окошко, ну, в смысле, такой значок, который сразу уже сохраняет вот... Вот есть. Дискетка, да? Да. Дискетка нажимаем. Угу. Хорошо. Сейчас актуально в начало и в конец этого ролика поставить заставку. Давайте поставим. На рабочем столе есть папочка. Так, для этого надо будет ее загрузить. То есть для этого, наверное, надо передачу сначала закрыть. А, сейчас попробуем. Я не знаю. Так, заходим в мои материалы. Угу. Нет, она сохранилась. Так, делаем так... загрузить материал с компьютера. Выбираем файл. Рабочий стол. Можно я? Можно я? Вот он, Magic Scope. Да, и, например, вот так. Вот, все, открыть. И готово. Да, готово. Так, вот она загрузилась. А, значит, наверное, придется немного подождать, пока она обрабатывается. Потому что почему обрабатывается? Да, потому то что... То есть, если я одна это все делаю, мне немножко подождать, я в обморок не падаю, со спокойной душой сижу, жду. Все да. Нормально. Ну, и сколько примерно занимает время вот загрузки этого видео? Загрузки? Ну, вот чтобы оно обработалось. А, чтобы... картинка? Вообще, на самом деле... Зависит от ее размера или... Нет, на самом деле картинки... У нас как бы не обрабатывались до недавнего времени. А сейчас для этой картинки генерируется еще небольшой кусочек видео, чтобы потом его использовать, короче, в мобильной версии плеера. Ух ты. Ну, у вас, конечно, все. Наверное, уже обработалось, там кусочек 2 секунды генерируется. А он как-то сигнализирует о том, что я обработалась, все хорошо. Нет, там нет никакого. Нет, для видео есть. Появляется время видео после обработки, длительность, а картинка, ну, это несколько секунд. Прикольно. Я думаю, она уже обработалась. Давайте попробуем вставить. Давайте. Так, вот мы видите, отожмем, чтобы можно было видеть. Дальше. Так, вот картинка. То есть по умолчанию она одну секунду длительность выставляется, да, но в принципе можно просто подвинув мышкой, выбрать любую длительность. И сделать на любую длительность ее продлить. Да. Или точно так же. А если просто поставить, то сколько она будет? По умолчанию вот 1 секунда, видите? По умолчанию 1 секунда. О, нет, 10 секунд. 10. Это любая картинка, да? Любая. Сколько бы она ни весила, сколько да. бы вот она... Нет, она уже пережата, тут уже не важно, сколько она весила.
То есть и программа уже ее отработала самостоятельно, все хорошо. Вот. А, картинку вставили в начало, давайте теперь в конец ставим. Давайте ставим теперь в конец. Да, и еще я всегда люблю лишний раз сохранить. Сохраните мне, пожалуйста. Это очень страшно потерять свои труды. Угу. Ну, точно так же в конец. Благодаря магнитику нажатой она сразу приклеилась в конец. Вот. То есть можно поднять. И еще, Вадим. Угу. Это прям вот уже я почти счастлива. А еще, пожалуйста, титры. Вот, не знаю, какая. Титры очень просто. Мы просто ставим в любое место этот самый курсорчик. И прямо здесь на картинке пишем, что хотим написать. А вот а можно я так, чтобы уже к рабочему варианту ближе? Моей рукой можно я приду? Да. Вот это же мы в конце, вот это изображение, это конец. Это конец? Да. Значит, просто нет, не обновится. А вообще программа зависает, когда вот ей работаешь? Да, в принципе, нет. Это же все делается в облаке, то есть изменения это все на самом деле происходят на сервере как-то. И поэтому все достаточно оперативно. Да, это все мгновенно делается. То есть не нужно ждать, пока не пережмется, ничего, все это происходит сразу там. Угу. Но единственное, что вот такая покадровый такой просмотр, возможно, если скорость канала позволяет. Потому что иногда не успевают уже. А от чего у нас скорость канала зависит? От интернета или от скорости интернета, да? А обычной городской вот этой вот интернет-скорости хватает на то, чтобы спокойно жить? Конечно. Да? А если в одном офисе Wi-Fi и подключено несколько компьютеров, то... Это зависит от того, чем соседи по офису занимаются. Вот. Давайте... Просто ткните в любое место по времени и на картинке. Вот правильно. Я хочу, чтобы сразу же после картинки... Значит, надо поставить здесь указатель. Вот ставлю указатель сюда, правильно? Да. И можно прямо поверх изображения написать. Даже так? Да. А шрифт? А шрифт вот здесь вот. Ух ты! То есть выбираю любой, да? Да. Ну, я люблю, конечно, этот. Ну, пусть будет хорошо. Так. А вы не знаете, какой, ну, что рекомендуется? Какой этот? 12-й, 14-й какой? Вот, или что бы вы порекомендовали вот для картинки с таким разрешением, с такой постановкой людей? Ну, Или надо начать поправку? Но тут есть как бы один нюанс. На самом деле шрифт не масштабируется. То есть вот если здесь будет 12, то он и на полный экран будет 12. Так что лучше делать здесь покрупнее, наверное. Какой-нибудь. Покрупнее? Да. То есть какой? То ну, есть... какой там 20, например. Нет, уже мне кажется, даже 12 очень мелко. Ну, да. Где же она? Бенны. Угу. Слушайте, как хорошо. Прямо сразу же видно, что и как. И точно так же в любой момент я могу любого гостя, да, который, предположим, начинает у меня с ведущей вещать, да. Я могу в этот момент вставить сразу же указание на этого человека, да, что вот его регалии, вот он. Вот вы начали печатать, здесь как бы текст, на дорожке текста создался объект, также можно его границы подвинуть, если что-то не устраивает мышкой просто. А по умолчанию тоже 10 секунд будет? Да. Ну вот, а смотрите, а как я его хочу другим цветом сделать, например? Выделите, здесь вот цвет поменять. Вот этот цвет? Да. Ох. Давайте посмотрим, что получилось. Да или нет? А у вас есть какие-нибудь дизайнерские рекомендации, что, предположим, такое-то, такое-то сочетание? Да, нет, пожалуй, на себя такую смелость не возьму. То есть, ну, это уже, извиняюсь, у кого как, да, вкус ляжет. Ну, хорошо, вот слушайте, Вадим, вы меня счастливили на сегодня. Я умею вырезать, обрезать и вставлять титры. Мне кажется, для оперативной работы, ну, самые базовые вещи. Вот как выглядит то, что получилось. Сейчас 8, 9, 10 секунд началась передача. Слушайте, ну дальше можно играть и со всеми вот этими установками до бесконечности, да? Да, здесь есть как бы базовый набор каких-то инструментов.
город. В принципе, я считаю, достаточно. Если руководство позволит, я приду к вам еще за обучающим сеансом. Вас благодарю. Вот если здесь набрать слово «help», да? На мой взгляд, потрясающий лектор. Передача. Угу. Можно здесь увидеть задачи о том, как монтировать и как эти инструменты. То есть уже создан такой мини-канал с обучающими программками. Здорово, это очень полезно. Я вас благодарю. Анна Лопазина со своей программой NotaBene. Обратите внимание на Magic Scope и на обучателя Вадима. Благодарю вас, Вадим. Спасибо. Будьте здоровы.